Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на улице Бабаджона Гафурова города Гисар открыл лечебно-диагностический центр «Нури-Сино». Учреждение расположено в центре обслуживания Гисар-Плаза и является юбилейным объектом в честь достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Уважаемый лидер нации Эмомали Рахмон дал старт деятельности лечебно-диагностического центра и назвал достойным примером инициативу местных предпринимателей. Лечебно-диагностический центр «Нури-Сино» создан руководителем общества с ограниченной ответственностью «Фарух» Изатуло Розиковым. В нем имеются все условия для диагностики и лечения. Здесь установлено современное отраслевое оборудование и аппаратура. На работу привлечены опытные специалисты. В новом лечебно-диагностическом центре функционирует уголок лечебных трав, стоматологический кабинет, аптека, лаборатория, специальные кабинеты для психиатрических обследований, электрокардиологии, кабинеты стерилизации, диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа. На первом этаже центра обслуживания Гисар-Плаза глава государства ознакомился с условиями, созданными в просторном и красивом спортивном зале, который построен местным предпринимателем. В зале, оснащенном современным оборудованием для занятий различными видами спорта, юноши и девушки Гисара могут заниматься спортом. Зал имеет возможность для охвата тренировками до 300 юношей и подростков. В ходе беседы со спортсменами президент страны призвал их широко использовать созданные возможности для того, чтобы активно участвовать в региональных и мировых спортивных соревнованиях и достойно представлять нашу страну на мировой арене. Главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что в центре обслуживания Гисар-Плаза также имеется современный крытый бассейн, турецкая баня, мокрая и сухая парилка, созданные в соответствии с мировыми стандартами. В центре также имеются парикмахерская, салон красоты, магазин, аптека и другие учреждения бытового обслуживания. На третьем этаже здания создан детский развлекательный центр. В целом, с созданием центра обслуживания Гисар-Плаза 70 жителей обеспечены рабочими местами и хорошей заработной платой. Предприниматель Изатуло Розиков также намерен до празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан завершить вторую очередь строительства центра обслуживания Гисар-Плаза, на четвертом этаже здания открыть современную гостиницу в рамках годов развития села туризма и народных ремесел. Также планируется строительство современного детского аквапарка для занятий различными водными видами спорта.